В воскресенье в районном Доме культуры прошел один из самых теплых и трогательных праздников – День Матери. Еще до начала торжественного мероприятия при помощи нашей телестудии своих мам поздравили дети. Среди них Даша Лошкарева и Максим Ярулин. Мою маму зовут Лена. Она работает в салоне парикмахерской. Она мне помогает с учебой, помогает мне написать и писать, решать примеры. Мы с мамой сеем семена, огурцы и помидоры. Я люблю свою маму и хочу поздравить всех на праздник, всех мам. Я портрет нарисовал, старался от души, а старание сломал все свои карандаши. И коричневый, и синий, и оранжевый сломал. Все равно портрет красивый, потому что это мама. О своих мамах рассказали и дети из младшей группы танцевального ансамбля «Блиц», которые принимали участие и в самом празднике. Я помогаю маме мыть посуду, я выделаю посуду, сажаю цветы и поливаю грядки. Мы ездим с мамой в Воронеж. Мама мне читает книжки. А у меня мама Наташа зовут. А я ее помогаю лечить бошки. И смотрю вот фильмы. Такие подсказок мама не читает мне. И может мне все объяснить. Моя мама очень самая любимая. Она уже самая умная и выросла уже почти 100. На сцене ДК в воскресенье чествовали женщин, которые в 2013 году стали мамами во второй и третий раз. Так депутат Воронежской областной думы Николай Иванович Гапоненко вручил подарки Галине Николаевне Кубраковой из села Волошино, семья которой недавно пополнилась третьим ребенком, дочкой Аней. В жизни кем бы мы ни стали, мы всегда остаемся вашими детьми, вашей радостью и вашим горем, вашей гордостью и вашей бедой. Каждая мать мечтает, чтобы судьба его ребенка была лучше, чем ее собственная. Поэтому пусть ваши дети будут добрыми, удачливыми и здоровыми. Заместитель исполняющего обязанности главы городской администрации Василий Иванович Лахин наградил маму троих сыновей Любовь Сергеевну Андрееву. Слово «мама» у нас ассоциируется с самым высоким, самым теплым, самым чистым, светлым и любимым. Поэтому я желаю мамам, бабушка, чтобы ваши дети были всегда здоровы, радовали вас своими успехами, своими добрыми делами. Благочинный Острогожского церковного округа протоиерей Георгий Веретенников поздравил с рождением третьего ребенка сотрудницу Острогожсмежрайгаза Оксану Ивановну Петрыкину. Наверное, именно женская душа более расположена к Богу, более расположена к молитве. И не случайно, наверное, мы очень часто слышим такие слова, что молитва матери самая сильная. Молитва матери со дна моря достанет. Также на празднование Дня Матери подарки и поздравления получили Евгения Александровна Геденко, Галина Ивановна Говорова и Юлия Александровна Осикина.